Здоровеньки, ребятки! Сегодня вышло обновление 7.8, в котором произошло довольно-таки много изменений. В технике больше ничего особо не произошло. У многих танков что-то добавили, что-то убрали. И я сегодня подобрал вам три танка, которые станут имбами в этом обновлении. Хотя некоторые там уже есть имбы, но все же. Ну что же, с вас лайк, чекаем спонсора и полетели. Мы с самого простого, это КВ-1. Да, многие любят этот танк, многие не любят этот танк. Ну, ладно. В общем, у КВ-1 прочность в топовой комплектации увеличили с 680 до 730 единиц. В стоковой с 630 до 680. То есть добавили 50 единиц. Вроде мелочь, ну приятненько. Ну и у топового орудия время сведения уменьшили на 9 миллисекунд с 6,4 до 5,5. И разброс уменьшили на 100 метров с 0.431 до 0.412. Короче, стало точнее, перезаряжается быстрее и прочность танка увеличилась. Пошли в бой и посмотрим, что же мы на нем сделаем. Бои не буду подбирать, сразу иду в бой и показываю, что у меня получится. Ну, если меня в бой закинет, я вам покажу бой, конечно. Мне, блин, на лоб приклеить, чтобы загрузка была быстрее. Мы на нашем обновленном КВ-1 едем в город, ну, типа в город. Нет, мы не поедем в город, потому что никто не поехал. Ну, что получается по факту, у меня оборудка стоит на ХП, у меня 774 ХП. Ну, для пятого уровня это, конечно, с одной стороны и много, но есть танчики, конечно, пожирнее. Ну, вот мы видим, что, ну, 570, 630, 680, то есть, ну, как бы мы жирные. Хотя вот у Матильды 795. Вот. Перезарядка 9,7, с ней, конечно же, ничего не делали. Это печально. Вот это я не люблю. Опа! Конечно, мне кажется, это не заслуга того, что апнули... Разброс все-таки. Это было советское, блин. Советский выстрел был. Что ты с него возьмешь? Ладно, давайте мы попробуем сделать прорыв, скажем так. Я сейчас объеду немножко еще вокруг. У них из тяжи есть БДР и Матильда. БДР это немножко нехорошо, конечно. Ну ладно. Поддержим братков наших. Тихо, сводимся. И пу! Блин, промазал, зашибись. Не, ну в любом случае, она, конечно. Блять! Как же вы... Вы что, издеваетесь надо мной? Все-таки, наверное, крушителя... Ой, бля, крушителя уже, блядь, поплыла. Кошмар надо разобрать сначала. Слушайте, завезите пробитие танку. Ну, трэш какой-то. Вот, ну танкует, танкует. БДР кончится, пробьет. 218. Так, я надеюсь, что кошмары разберут. Хватит мне альфа, не хватит? А какая разница, хватит, не хватит. Блядь. Вот это было нехорошо. Вот это было еще раз нехорошо. Не вылетел альфа. Ну, стрелять поприятнее стало. Я видите, уже все, мне уже все. О, бывшая имба. Бывшая. Если бы я так раньше залетел на леопарде, да КВ уже бы просто... понимаете, что с ним было бы? Да, блин, какой-то он так... Интересно, даже не видел, что он сюда смотрит. Ну, по факту стрелять стало поприятнее, конечно. Ну и ХП, может быть... вообще... Не может быть, если бы мне не добавили то ХП, я бы отлетел уже от леопарда. По факту, конечно, ничего не сделал, но все равно. Что мы имеем? 1097 урона я нанес. То есть, ну как бы, я больше всех нанес. Честно, я заруинил этот бой для себя. Я мог бы лучше отыграть, но... Я немножко стяжами не алё. Месяц према, 20 сертификатов на X5, 50 бустеров за 3000 голды. Обалдеть. Второе место в моем топе занимает Т25. У меня на это есть две причины. Во-первых... Первая причина — это скидки. Мы видим, что он продается за 1500 голды. 1500 голды за Т25. А, блядь, вообще жесть. Еще 14 дней према. Плюс, считаю, оборудка, бустеры — это... 1500 голды. Вторая причина — это скорость поворота корпуса увеличена с 31 градуса в секунду, грубо говоря, до 37,5. То есть практически 6 градусов. Это много. И разброс на 100 метров уменьшен с 0.393 до 0.384. Всем вообще пофиг на самом деле на эти цифры. Это полная хрень. Поехали. Мы в топе на Т25. Химмельсдорф — это хорошо. И что-то мне подсказывает, что сейчас на железке будет лютая жесть.
По поводу 25, я говорил, что он мне в принципе нравился и раньше. Ну такая, господи. Акция за 1500 голды, это же мана небесная, мне кажется. Ну, все-таки это не самый, конечно, фановый танк. Слепой. Танк слепой. Я понял. Сейчас очень много стало Коноров гневных. Безусловно, Конор гневный, конечно, фармит, но... Ну, это скучный танк, мне кажется. 172, а альфа ничего такая. Альфа прям хороша. Ну, вот ему... Блин! Тихо. Приятное немецкое орудие. Я пытаюсь сейчас сдержать свои эмоции, чтобы не бомбить. Так вот, приятное немецкое орудие. На ходу я, конечно, наверное, не рискнул бы стрелять в Матильду. Может, и пробил бы, кстати, на самом деле. Это же игра наша такая. Но я как-то не особо заметил, если честно, что он стал быстрее поворачиваться. Ну, то есть, он до этого, видимо, вообще был тугой. Я не знаю. То есть, добавили-то ему 6 градусов. Это много. С одной стороны Конора гневный, с другой стороны два Конора гневных. Ой, бля, что ж происходит? Ну, это бой сливной, конечно. Скорее всего, на 85%, я думаю. Ну, тысячу урона я отстрелял, как бы. Но, мне кажется, для 5 уровня это достаточно уже. Какая разница, как имба у вас, не имба, если в вашей команде будет вот такое чмо. И самое интересное, что Wargaming вообще не ебет. Вообще ему насрать на эту вот ситуацию. Когда проходит, сейчас будет ивент, в котором Wargaming может потерять бабло. А там будет защита от АФК. Если ты не нанесешь там, не принесешь в бою 200 хотя бы единиц опыта, тебе шиш что дадут. С этого бабки Wargaming не теряет, поэтому ему... Похрен вообще, просто пофигу, абсолютно, понимаете? Ну и что это, блядь, что это такое? Ну и третий танк это Crusader. Не особо я был его любитель, но посмотрев характеристики, мне довольно-таки зашел этот танк. Особенно учитывая то, что ему изменили орудие. Что же ему сделали? Увеличили максимальную скорость вперед с 42 до 50 км в час. И топовое орудие изменили на барабанное из двух снарядов. Время перезарядки внутри барабана 1 секунда, время перезарядки магазина 7 секунд 19 миллисекунд, время сведения уменьшено с 4,8 до 3,8 и уменьшен коэффициент разброса после выстрела. То есть звучит довольно-таки интересно на самом деле. Что же будет в бою? А я знаю, что сейчас будет в бою. Я сейчас, блядь, зайду в бой, мои союзники затащат бой и все. Ну что, нам апнули скорость, сейчас мы должны просто пулей залететь на эту... Ну, на гору я не полечу, конечно, вот сюда вот я подожмусь. 52, ну неплохо. И 1 секунда внутри барабана, это вообще шикарно. Это шикарно, вот так вот и должно было быть, наверное, мне кажется, у чехов. Все, я откидал. Ты же не замечаешь, как ты стрелишь барабан. Да, конечно, здесь два снаряда, это... Тоже накладывает свои ощущения. 82. Сложный танк. Не все смогут на нем играть. Это 100%. Ну что ты, один хэви, давай. Забери его, молодец. Давай. Ах, я в 2 раза камень уже убил. Я не понял, куда отлетают мои союзники? Ну, быстрый танчик. Все-таки здесь, знаете что, наверное? Было бы лучше, если бы здесь было не 2 снаряда, а 3. Я думаю, что все-таки этого года баланс уже что-то немножко нашаманили. О, соточка вылетела. Ну, интересный танк. Тихо. Интересный, конечно, но все-таки не бессмертный. Давай, Матильда. Я Матильду не заберу с 2 снарядов. А, нет, заберу. Ну, если пробью, конечно. Он никуда не поедет. Ой, блядь, как меня подставил, а. Точнее, я сам себя подставил.
Ну, бля, у меня как на Хелсинге вся эта система работает. То есть я делаю один выстрел, один заруиню, второй я сделаю нормально. У меня какие-то такие похожие ощущения, как, знаете, от чего? Очень, конечно, странно. От чирика у меня что-то похожее. То есть бац-бац, стрельнул, бац-бац, новый барабан, бац-бац, тут пострелял, бац-бац, убил, все. Ну, то есть что-то очень похожее. Ну все, две ПТшки осталось. И проблема в том, что любая меня может заваншотить. Это неприятненько, конечно. Я говорю, что танк интересный, не для всех, безусловно. Как это так-то, блядь? Ну, мне кажется, что я попал. Разворачивается он неплохо. Ну, лучше, чем Т-25, конечно. Да я говорю, как на Хелсинге. Один выстрел стабильно заруинивается. О, я выжил, обалдеть. И пробил... Не, блин! Кстати, воин. Воин это хорошо. Мастер, кстати. Ни хрена там не фармит. Странно было бы от него ждать фарм, конечно. Мастер 1700. Я уверен, что на нем мало людей сможет играть. Тут на самом деле даже довольно-таки интересный градиент получается. От Крусадера, который очень, ну, мне кажется, сложный танк. С Т-25, который такой переходящий, ну, такой... Немножечко танк, который нужно немножко соображать. И КВ-1, на котором ты просто едешь и уничтожаешь врагов. Мне кажется, это как-то так вот работает. Ну, а на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за внимание. Пишите в комментарии, какой танк, по вашему мнению, на 5 уровне самый имбовый. Ну, или если вы знаете список всех изменений, напишите, который вот из этих вот танков измененных самый, по вашему мнению, стал сильный. Все, всем покедова. До встречи.